Давным-давно твои все жили в мире и гармонии. Понятие паники жить вызнавали крайне редко. Но в один момент начали происходить крайне странные вещи. Вот такие пироги. Признаками заражения являются невнятная речь, сильная слабость, а также немного дикое поведение. И это только начальная стадия. На второй на лице появляются покраснения или даже темные пятна. На третьей или же последней люди бросаются друг на друга. И помните, не доверяйте никому, кроме себя. Умоляю, тебе не стоит париться на этот счет. Даже не знаю. Не думаю, что неправдоподобные слухи стали бы распространяться по всем регионам. Делюк, Вентик, рад вновь встретить вас. Вентик, мастер Делюк, какая честь встретить вас в тот день. Взаимно. Только вот трудно день назвать хорошим. Бьют с самого утра. И каким образом, простите меня, я должен на это реагировать? Мы тоже к вам с самыми приятными новостями. По всему Тайвану начала распространяться какая-то неизвестная инфекция. Мы ее прозвали Геншики. Люди начинают вести себя дико, и мы понятия не имеем, что с этим делать. Может, вы можете нам чем-то помочь? Геншин вирус? Что за бред, путешественник? Мне кажется, тебе надо отдохнуть. Серьезно, это может быть погромом всего нормального мироустройства. Говоришь, что это были серьезные для шутки. Что ж, описание походит на недавнее проклятие. Возможно, оно наконец появилось. Удачи вам обоим. Думаю, нам стоит остаться в Манштайне на всякий случай. Я оповещу магистра, чтобы мы смогли оказать сопротивление, если вдруг кто понадобится. Путешественник, какими судьбами? А до вас слух еще не дошел? Был какой-то переполох ближе к западу. Обыденное дело. Разве там было что-то критичное? Думаю, я смогу изменить твое мнение о ситуации, Сяо. Вероятнее всего, вы обговаривали эту ситуацию с Анной Мархонтом, не так ли? Что ж, Мариша, поведаю вам всю суть. Земли здесь частично прокляты, и со временем это все копится, преобразовываясь вот в такие последствия. Данный вирус зародился не только из-за старинного проклятия, но и по причине огромного количества негативных эмоций людей. Его можно остановить, но вам необходимо найти главного зараженного и одолеть его. Это нелегко, но, осмелюсь предположить, вы справитесь. Мне бы не помешало подкрепление. Обещаю помочь всем, что будет в моих силах. Посмотри мне в глаза. Ну-ка, живо! Постойте, Райбин! Мы к вам с миром. Среди нас зараженных не имеется. Я так понимаю, вы уже знаете, в чем дело, поэтому не стоит повторяться. Мы хотели бы попросить у вас подкрепление. Пришел так быстро, как только смог. Что случилось? Эй! Пойдем, боец, пригодишься. В общем, по округам ходит Геншин вирус. Он превращает граждан в диких существ, поглощающих друг друга. Почетно и солидно наша роль, он наша роль, а наша роль, он наша роль. Не может без охранников король. Если близко барахей, мы готовим пушку. Если мы должны победить, взять ее на мушку. Фу, то, кому сказала. Какой кошмар, от этих тварей отбоя нет. У
путешественник, сэр Кия и... Это Гора и Сяо. Сяо и Гора, как рада вас видеть. У нас тут такое... Этих существ все больше и больше. Наша армия не справляется, и мы ничего не можем поделать. Прошу, помогите нам в последний раз. Ясно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. Но любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей. Бить подлушим. Мы разбойники, разбойники, разбойники. Бить и мы покойники, покойники, покойники. Бить и мы покойники, покойники, покойники. А кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жаль нам запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи, к нам не подходи, а то зарежем. Мы разбойники, разбойники, разбойники. Бип-бап, и мы покойники, покойники, покойники. Бип-бап, и мы покойники, покойники, покойники. История такова. Не переутомляйтесь и не ешьте все, что попадется.